Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Анна и интернет-проект Faberlic Online. И в этом видео я вам расскажу, что такое объемная скидка, как она списывается, что такое промо-акции, почему иногда бонусы за покупку могут приходить дорого. Итак, ну первое, конечно же, для чего мы приходим работать в интернет-проект Faberlic Online, это для того, чтобы зарабатывать деньги. И вот сейчас мы в кабинете человека, который пока еще не получает деньги на расчетный счет банки, потому что, в принципе, это моя дочь, ей это не нужно. Вот, и смотрите, у нее накопилось ОС в непонятных валютах, да, вот особенно новички очень часто путаются, почему тут показывается в разных валютах и как понять, сколько за каталог компания Faberlic вам на расчетный счет могла бы начислять в банке, да, или начисляет вам в кабинет, пока вы еще не открыли договор с компанией. Итак, нам нужно с вами зайти в раздел «Моя структура», раздел «Отчеты», и после раздела «Отчеты» распечатать лицевой счет консультанта. И тут мы с вами узнаем, сколько, нажимаем кнопочку «Посмотреть», вам компания перечислила за последний каталог. Да, сейчас у нас с вами в пример компания 19-2017 года. Да, мы с вами видим личный оборот, да, мы с вами видим объем личной группы. Да, вот посмотрите, пожалуйста, объем личной группы. И мы с вами видим, на что это в открытой квалификации старшего директора находится человек. И он заработал 29 062 копеечки за последний трехнедельный каталог. То есть, если у нас с вами в году 18 каталогов, да, то в месяц на ежемесячные выплаты, если переводить, то в принципе получается весьма симпатичная сумма. Если мы с вами 29 тысяч, ну давайте округлим, не будем 62 рубля считать, 29 тысяч мы с вами умножим на 18 каталогов и поделим на 12 месяцев, то получается, что лидер зарабатывает в месяц 43 500 рублей. Я думаю, что это для начала замечательно. Вот. Если, конечно, быть предельно точной, то мы с вами вычитаем, по-моему, 2000 в пенсионный фонд. И чистыми на руки остается 41 500, потому что с момента открытия договора с компанией у вас начинает идти стаж как у ИП. Вот таким вот образом, да, то есть, и давайте же с вами посмотрим, что такое промо-акции. Вот, значит, сейчас перед нами личный кабинет, мы заходим оформить заказ, и, конечно же, мы с вами заходим посмотреть каталог. Когда каталог прогружается, мы с вами выбираем действующий каталог. Каталог прогрузился, и мы с вами начинаем листать товары, которые нам интересны. И, конечно же, мы с вами видим любые два продукта по специальной цене, да, и вот тут, конечно, новички сразу начинают путаться, поэтому сразу хочется вам рассказать. Если вы, к примеру, берете, да, мыло, и у вас тут написано 89 рублей, и вы его добавляете две штуки, да, давайте сразу же исправим на цифру 2 внизу. И у вас почему-то оно показывается по 96 рублей. А у вас со скидкой по цене каталога должно быть 20 или 26%. 26% у вас, если вы делаете 50 баллов, да, и тогда у вас скидка увеличивается от цены каталога до 26%. Если вы делаете до 50 баллов, просто себе заказываете продукцию в дом, да, то вы получаете продукцию с 20% скидочкой. Что у нас тут с вами получается? На последнем шаге заказа вот это крем-мыло у вас пересчитается, то есть уменьшатся баллы и уменьшится сумма. То есть это все произойдет на втором шаге заказа. Давайте же мы с вами поедем дальше. И тут то же самое, да? Смотрите, тут нету парных каких-то акций. То есть и вы можете заказать себе, к примеру, со скидкой этот же крем для рук. Да, вот как вы видите, он стоит 69 рублей. И тут он уже у вас отображается с 26% скидочкой. Я добавляю в корзину. Вот, и он уже отображается как нужно. Далее опять-таки идет набор. И если вы заказываете набор,
Давайте увеличим. Двойным щелчком можно увеличить и прочитать. Твердое мыло плюс жидкое мыло всего за 119 рублей. Отлично. Давайте смотреть. Твердое мыло добавляем за 36 рублей, да, получается. И жидкое мыло добавляем за 96 рублей. И получается, что 96 до 36 это намного больше, чем 119. То есть эта акция у вас сработает тоже в разделе промо-акции. Уменьшится сумма и уменьшатся баллы. То же самое, любые два продукта, так же как и мыло, у вас уменьшится, да, то есть видите желтые ярлычки. Тут точно так же 1 плюс 1 равно скидка. То есть отсюда добавляете в разделе промо срабатывать. Скидок огромное-огромное количество. Да, далее смотрим, читаем внимательно. Каждую акцию крем для лица, рук и тела всего за 129 при покупке любого продукта серии «Зима». То есть если вы сейчас купите крем для рук и тела, да, то он у вас будет 170 рублей, да. Значит, нам с вами нужно купить любое средство «Зима», да, какое вам захочется, и в разделе промо-акции у вас уже будет светиться этот крем за 129 рублей. Если вы, к примеру, возьмете несколько продуктов, из серии «Зима», то у вас будет обязательно несколько кремов, да, то есть на данный момент мы с вами взяли 3 продукта, и у вас будет 3 крема для рук, тела и лица в разделе промо-акции. То есть у нас с вами получается, что мы некоторые акции добавляем из каталога, и некоторые акции мы с вами добавляем в разделе промо-акции. Вот, получается, ну тут в принципе логично, в принципе понятно, то есть это получается своего рода бонус за покупку, который может вам прийти дороже, если вы будете добавлять из каталога, а не в разделе промо-акции. То же самое вот эти вот, да, вы можете взять огромное количество, да, то есть если вы возьмете 10 защитных кремов, 10 защитных кремов для тела, для рук, да, 10 защитных бальзамов для губ, то вы можете выбрать 30 кремов для лица, рук и тела. Поэтому они у вас тут и не видны, да, не видны со скидочкой. Поэтому вам нужно добавить, сколько вам нужно, а сам акционный товар, который со скидкой, вы уже будете добавлять в разделе промо-акции. А тут то же самое, любой крем для рук при покупке по каталогу на сумму 299 рублей. То есть сколько раз в каталоге вы купите на сумму 299 рублей, столько кремов у вас будет со скидкой, с огромной скидкой. То есть 75 рублей это светится в каталоге. Не забывайте, что у нас от всех цен каталога, еще указанных, да, еще идет скидка 20-26%. Ну, давайте прикинем. Например, вы купили на 1000 рублей товара, и мы с вами делим на 75 рублей, это все в ценах каталога, я считаю. И у нас с вами получается, мы с вами можем купить 13 кремов со скидкой, да, вот таким вот образом. Ой, минуточку, не то я вам немножко сосчитала. 1000 мы с вами делим на 299 и получаем с вами 3 крема мы можем с вами взять вот с такой вот скидкой. Прошу прощения за запиночку. Поэтому, если вам это хочется, то обязательно смотрите вот тут вот акции. Да? Видите, также любое жидкое мыло за 85 рублей. То есть, если вы жидкое мыло как бонус за покупку будете добавлять из каталога, оно вам придет дорого. Поэтому мы с вами все пролистываем. Тут идут простые скидки до 70%. Кстати, вот этот аромат мне очень нравится. Такой сладкий, нежный, насыщенный, но не такой, как сказать, не приторный, да?
Вот, юный османтус — это нежный-нежный жасмин, пахнет натуральным жасмином, и роза тоже пахнет натуральной розой, очень так, знаете, гиацинт тоже гиацинтом пахнет. То есть, если вы это добавите сейчас, да, вот, к примеру, к себе в заказ, то у вас получится 51 рубль, божечки. Но это, конечно, новогодний каталог, новогодние скидки, скидок очень много, и не удивляйтесь, что такие цены дешевые. Далее смотрим, любые два продукта по спеццене. Их нужно добавлять в накладной сейчас, да, то есть чтобы они у вас тут были в этой накладной, а в разделе промо-акции они у вас пересчитаются. То есть вот таким вот образом вы можете ориентироваться. Если вы запутались и вам непонятно, то у нас есть такой вот файлик, где уже все правила добавления акций. Я его оставлю в описании под видео, да, эту ссылочку на этот файлик, как заказывать продукцию по акциям каталога. И тут вы видите, что в каталоге действуют, как обычно, три основных правила выбора товара. То есть это акции, которые нужно добавлять в корзину, да, то есть вот тут капсулы, набор Селанкейр, наборы, да, вот эти вот все. Их у нас, боже мой, сколько много! Их у нас в этом каталоге, в новогоднем, 50. Вы представляете, это редко такое бывает. 50 акций в каталоге, плюс акции, товары, которые нужно выбирать в разделе промо-акции. Да? То есть это второй шаг оформления заказа. И тут вы уже будете видеть, сколько вы можете продукции добавить на втором шаге в промо-акциях. Да? 33. Ну, это просто здорово, да? Также продукция, которая добавляется автоматический заказ. В нашем каталоге есть маленькие подарочки, скромные, да? То есть, допустим, если вы купите какую-нибудь декоративную косметику Skyline, вам добавится пробник женского аромата каталога номер 2 под артикулом 34-123. Далее пробник нового мужского аромата в подарок за 1 рубль при покупке двух продуктов Faberlic Men. Да, и опять-таки перечисляются артикулы, которые вы можете купить. Да? Ну вот, давайте с вами проверим, посмотрим, как оно работает. Скопируем и пойдем в нашу с вами корзиночку. Так, вот мы с вами в корзиночке, и вот тут вот у нас с вами есть добавление товара, заказ товара. Вставляем артикул, который мы скопировали. Вот, и лосьон после бритья охлаждающий. Он у нас с вами открывается. То есть, таким образом вы никогда не ошибетесь, да? То есть, нам надо два, и нам пробничек в заказ упадет в подарок, и мы будем с вами знать, как пахнет мужской аромат. Пробники добавлять в заказ не нужно, они упадут автоматически. Вот, то есть, ну, если вы пролистали каталог, посмотрели, да, то есть вам все понравилось, вам все нравится, если вы делаете заказ в первый раз, то не забывайте, что если вы сделаете заказ на сумму 1300 рублей, то в этом же заказе один аромат на выбор в подарок вы будете выбирать в разделе промо-акции. Вот, если вы сделаете чуть-чуть поменьше, то уже в подарках в выборе не будет. Поэтому обязательно смотрите, а будьте внимательны, то есть 1300 по цене каталога. И когда вы выполните первый шаг подарка, то при заказе в следующем каталоге на сумме всего лишь 1000 рублей, да, то есть с 22 января по 11 февраля, вы получите в этом же заказе второй аромат на выбор в подарок. Так как ароматы в подарок, но они все же не вкладываются автоматически, потому что они на выбор. Вам нужно самим выбрать, какой вы хотите подарочек. Вот, все водички идут свежие, приятные, да, то есть вот это вот нежное, вот это вот более сладкое. Сорбет Жоли очень оригинальная водичка, а Бонбон Чери, она идет немножко такой сладкой вишенкой, пахнет. Ну вот, и мне больше вот это понравилось, потому что я не так люблю сладкие, как больше люблю свежие ароматы. Ну что ж, поехалите с вами в раздел промо-акции. Что ж, после того, как мы с вами нажали кнопку «Продолжить», мы с вами оказались в разделе промо-акции. Итак, у нас с вами в разделе промо-акции вот столько распродажи всякой разной, да, то есть действующие
каталоги, нам предлагают акции каталога, и обратите внимание, их тут 24 акции распродаж, печатная продукция, каталоги, все такое прочее вы тут можете покупать. Наша дорогая программа Faberlic Club, где вы выбираете всегда ежекаталожно после каждого заказа подарки или можете их копить. Также распродажа по срокам годности, также промо для VIP-консультантов, потому что лидер с кабинета, которого я снимаю, является VIP-консультантом. Консультантам. VIP-консультанты – это лидеры, которые делают 100 баллов и более личного объема. И выбор упаковки. Кстати, в выборе упаковки вся продукция биоразлагаемая и экологически чистая. То есть все пакетики как бы разлагаются и не наносят вреда окружающей среде. Итак, давайте же с вами посмотрим действующие каталоги. Итак, смотрим действующие каталоги. Если вам они не нужны, нажимаете на корзинку. Но знайте, что это ничего не сработает, пока вы не нажмете кнопку «Применить изменения». Смотрите, видите, они есть в накладной, но если вы нажмете кнопку «Применить изменения», то они у вас из накладной спрячутся. Далее, здесь акции каталога. И вот тут мы с вами видим как раз наш крем для лица, рук, тела, зима. Открываем. И так как мы с вами добавляли три составляющих набора, то нам с вами, можем мы с вами забрать аж три крема для рук и тела. Кстати, этот аромат вишневый, такой насыщенный, сочный, приятный. Далее у нас с вами идет скидка по купону. Кто в прошлом и в позапрошлом каталоге делали заказы, вам вложились обязательно купончики за ваш заказ. Вот. И поэтому вы, когда открываете, тут у вас открывается длинный список, количество купонов, которые вы будете выбирать. И вы можете их выбирать на любой вкус. Сами себе продукты со скидкой. Обратите внимание, что тут очень большой выбор. И если вы хотите что-то конкретное, то вы можете просто вот тут вот вбить артикул, который вам хочется. Также мы с вами можем увидеть, что мне подарено аж 70 купонов, потому что перед Новым годом я подарки делала родным и близким только из компании Faberlic. И за два каталога у меня накопилось аж 70 купонов. И я сейчас могу взять 70 продуктов с 50% скидкой. Конечно же, если вы что-то выбрали уже для себя, да, допустим, очищающий гель для умывания, вы нажимаете плюсик, потом вы катите колесиком или вот так вот, как я делаете, в самый низ и нажимаете выбрать. У вас выбран очищающий гель для умывания. И если вы его выбрали, то также обязательно не забудьте нажать кнопочку «Применить изменения». Это очень важно. Но после каждого добавления можно не нажимать, можно нажать потом, когда вы выберете все. Далее, смотрите, у нас с вами идет мужской аромат 35 мл. Это бонус за покупку. Да, вы смотрите, если вам хочется, то вы можете его взять всего лишь за 170 рублей. Пожалуйста. Далее вы можете взять помаду Skyline, какую вы хотите. Тоже можете таким же образом выбирать любые цвета за сущие копейки. Посмотрите, 96 рублей. Боже мой. Да? То есть тут у вас как раз-таки хранятся все бонусы за покупочку, которые мы с вами видели вот тут. 33 бонуса за покупку. И это нужно знать обязательно. Иначе вам придут... Недорого. Вот, кстати, обратите внимание на влажные салфетки для удаления пятен. Это очень хорошая вещь. Далее с вами смотрим, да, то есть я могу взять не более 9, но в принципе я все 9 обязательно заберу. Вещь незаменимая в нашем доме, но они удаляют только свежие пятна, да, то есть если пятно сильно застарелое, то вы уже его не выберете. Далее идут акции распродаж, да, то есть тут модели Ноктюрны тут и здоровье, аппараты Денос. Вот. Далее смотрим печатная продукция. То есть тут вы можете выбрать дополнительно любые каталоги, любые лифлеты и так далее. Все, что вам понравится. Далее у нас с вами идет акция Faberlic Club. Списки товаров. Вы можете выбрать что-то на те бонусы, которые у вас светятся. Подарки идут от 5 бонусов. Да? И если в прошлом каталоге вы сделали, к примеру, даже свои заказ на 5 бонусов, да, всего лишь, вы все равно можете выбрать себе
подарок, какую-нибудь маску для лица. Распродажа по срокам годности очень часто бывает, да, то есть вы также можете посмотреть, да, то есть есть ночной крем и мицеллярный гель для снятия макияжа серии AquaSmart. Далее, промо для VIP-консультантов, но это люди, которые 100 баллов делают, да, вы представляете, если человек сделал 100 баллов в прошлом каталоге, ему начислилось 100 бонусов, да, по программе Faberlic Club, а 100 бонусов, если мы с вами поделим на 5 баллов, так, минуточку, на 5, да, то у нас с вами получается 20 масок можно уже взять, да, от 20 подарков. Все бесплатно, все за 1 рубль. Ну и выбор упаковки, как вы захотите, полиэтиленовые или бумажные пакетики. Вот тут огромный-огромный выбор, в чем вы хотите получать свою продукцию. Можете ни в чем не получать, а можете получать пакетик, как вам понравится. Вот, если вы все выбрали, то вы нажимаете кнопочку «Применить изменения». Смотрим с вами дальше. Сейчас мы все это прокрутим и будем смотреть накладную. Вот мы с вами забрали 9 пачек салфеток за 59 рублей. Вот мы с вами забрали очищающий гель для умывания за 100 рублей. Да? Это скидка по купончикам. Да? То есть, ну, я могу 70 гелей взять, да? Или 70 чего-то разного. Далее мы с вами взяли всего лишь за 96 рублей, видите, скидочка сработала, за 96 рублей ультрапитательный крем для лица, рук и тела. Далее нам вложился в подарок пробник туалетной воды для мужчин следующего периода. Вот посмотрите, да, за 1 рубль. Далее, значит, вот вещи, которые пересчитались. Помните, вначале они у нас дорого падали, то есть тут уменьшается балл и уменьшается сумма. Далее это комплект нижнего белья, я просто так заказала, это лосьон, это просто большая скидка, вы посмотрите, гель для душа 51 рубль, боже мой, да. И если вас все устраивает, вы можете продолжить оформление заказа, и вы сейчас увидите, как списывается объемная скидочка. Так, тут просит Faberlic Club забрать бонусы, но я их решила копить. Вот, и сейчас смотрим. Значит, счет по заказу 3107 рублей, скидка списана 2019 рублей. И если я нажимаю «Утвердить заказ», после того, как заказ утвержден, мне пишут, сколько у меня сумма к оплате. Сумма к оплате всего лишь 1236 рублей. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Комнова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Спасибо вам за внимание. Теперь, надеюсь, вам будет все понятно. И забыла кое-что еще. Если вдруг вы что-то хотите заказать, перезаказать, что-то добавить в заказ, то у вас есть такой раздел «Мои заказы». Вы заходите в личный кабинет, заходите в раздел «Мои заказы», и обязательно нажимаете вот на номер заказа, на последний номер заказа. Нажали, и тут у вас будет разутвердить, да, или удалить, или разутвердить. Я разутверждаю заказ, нажимаю выполнить. Заказ больше на сборку не идет. Если вы заказ делали давно, то он у вас может уже идет на сборку, и тогда кнопочки «Разутвердить» нету. Да? И после того, как я его разутвердила, я нажимаю «Редактировать». После слова нажать «Редактировать» я уже могу все что угодно добавить, убавить в корзине. И также могу нажать «Каталог», что-то добавить из него, и оно будет все в этой корзинке отображаться. А все, что мы с вами добавляли в разделе промо-акции, у вас сохранится. Не переживайте. Ну что ж, теперь точно всем пока-пока. С вами была Комнова Аня и интернет-проект Faberlic Online. Делайте покупки правильно, чтобы вам бонусы за покупку не приходили дорого, чтобы у вас списывалась объемная скидка и так далее. Всех целую, всех с Новым годом!